сняли подрамник. С рулевой рейки со всеми, короче, вот подрамник сняли. С рулевой рейки получается, там у нас сальник надо будет менять. О, побежала маленько. Как раз сняли вовремя. Удобно сейчас сальник поменяю. Короче, сняли подрамник. Вот он лежит у нас. Сняли коробку. Сняли коробку. Сняли. Коленчатый вал сняли. Короче, у нас задиры были вот на этой. Подожди, вал. Вот такие вот у нас задиры на коленвалу. И так вот. Движок подвесили на место. Ставили капот открыт. Вот движок вот так вот на табуретку у нас висит под машиной. Висит табуретка, там у нас постель лежит. Вот так вот все повыкручивали. Тут проводов, короче, море под капотом. Потому и движок не стали полностью снимать. Повесили его. Ну, поставили на табуретку прямо под машиной. Вот такие вот у нас сейчас дела. На сегодня закончили. Все. Коленвал на росточку. Ну, забирала, короче, вкладыш провернула. Тут вот тут. Не, остальное-то все заебись. Остальное зеркало хорошее. Да. Ну все. Соберем, запустим. Сначала колева, конечно, надо растачивать. Но потом все. Соберем, записываем, запустим движок. Еще раз потом покажем. Потому что мне уже сомнения по поводу хоть этих проводов, которые я понацеплял. Ну вот реально сколько проводов тут, смотри. Не видно ни движка, ничего не видно, одни провода. Все отцеплено. Вот такие вот у нас дела.